Желаю всем здравствуйте. Мы находимся на выставке InfoSecurity Russia 2016, и к нам подошел Эльман Бейбутов. Эльман, привет. Добрый день, Евгений. Скажи, пожалуйста, как ты здесь оказался, чем занимаешься? Приехал сюда, чтобы выступить на секции Финсерта. Было около 8 докладчиков и огромный круглый стол. Финсерт стал сотрудничать за этот год с очень многими организациями и не банковской отрасли. Поэтому тот информационный обмен, о котором шла речь, о тех нововведениях и о том, каким образом Финсерт должен организовать свою работу вот на перспективе полгода, года в дальнейшем, было очень интересно поговорить. Угу. Ну, какие-то, может быть, новшества, что ожидается там в ближайшее время, может быть, в течение полугода, года? Ожидается, и давно это ждет общество, организация некоторой площадки, да, может быть, личных кабинетов, может быть, системы автоматизированной рассылки оповещений, а не так, как это сейчас, да, через зашифрованные почтовые отправления с PDF-вложениями. Другим вопросом стало, какие еще источники информирования должны быть у ЦБ, как у мегарегулятора, чтобы быть на острие атаки, да, чтобы можно было предупреждать банки о готовящихся атаках, о том, что только-только собирается какая-то сводка, досье на организацию, которая находится, в общем-то, под контролем или под вниманием киберпреступников. Здесь ответы разнились. Кто-то считает, что действительно ЦБ должен эти источники как-то впитывать, афишировать и, в общем-то, иметь возможность доводить до сведения широкой общественности ту информацию, которую получает. Я, наверное, соглашусь с мнением одного из спикеров о том, что нужно эту информацию выдавать очень аккуратно. Выдав единожды источник, из которого эта информация получается, можно в итоге привести ситуацию к тому, что через этот источник будет выдаваться информация фейковая, да, которая будет только затуманивать там мозг безопасника или вводить некоторые заблуждения его. С другой стороны, афиширование слишком широкой общественности такой информации, оно ни к чему. Целевые атаки – это вещь очень щепетильная, и лучше предупреждать отдельно взятый банк об этом. То есть даже не предупреждать большое количество банков, имеется в виду всех, точно, а именно предупреждать, да, конкретные банки, кто может не широкой оказаться рассылкой, под раздачей. Да, только те, которых касается данная конкретно взятая информация. Что-то еще, может быть, хочется посетить, посмотреть, с кем-то пообщаться? Условно, здесь очень много коллег, с кем сотрудничаешь, с кем работаешь. Выставка вообще славится тем, что сюда, конечно же, съезжаются люди, и в эти 3 дня можно устроить очень много бизнес-встреч, чтобы просто обсудить какие-то темы, до которых вот-вот нужно доехать, да, до которых вот-вот нужно дойти. Но здесь это можно сделать вот в такой неформальной обстановке в течение такого плотненького распорядка дня. Скажи, какое-то мероприятие, может быть, которое вы планируете в ближайшее время, участие в каких-то конференциях? Осень будет насыщена мероприятиями в сфере информбезопасности. Наше участие планируется на СОП-форуме, который организовывает компания «Авангард». Для нас, как для представителей вендора, у которого есть собственный центр мониторинга, профильные, в общем-то, мероприятия, поэтому мы там обязательно будем. Будут и технические сессии, будут и рассказы, доклады про методологию, про выявление таргетированных атак, про вообще про жизнь хакеров, в общем-то, можно подискутировать, порассуждать, как живут люди по ту сторону баррикад. Поэтому мероприятие должно быть интересным. Ну что же, Эльман, спасибо большое, что пришел. Было очень приятно пообщаться. Спасибо, Евгений. На этом мы заканчиваем выпуск Бест ТВ. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.